Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Играем за Скорпиона. Давайте попробуем. О! Уничтожаем танки. Так, вот и смотри, лежит. А, ну смотри, сам себя убьет. Да, я сказал. А если вражеский танк перевернутый? Они убивают сами себя, смотри. Видишь как? Я ему даже ничего не делаю. Опа, он просто сам взорвался. Это хорошая фишка такая. Прикольная. Так, давайте. На тебе еще ударчик. На. Все, готов. Уничтожили. Так, смотри, тоже лежит. Смотри, сейчас будут себя уничтожать. Может быть, он и этого уничтожит? Слушай. Не, нифига. Этого не хочет уничтожать. Нате, яичек вам с отравляющим веществом. Хорошо. Так, ё-моё. Тихо. На. На, получай. Получи еще. Вот так я сейчас. На, жалом. Хорошо, он очень прикольненько так вот жалом уничтожает. Смотри. О, нифига, он нажало, заехал, смотри. Прикинь, я его тащу, только он тяжелый такой стал. Офигеть, реально. Смотри, назад быстро идет, да? А вперед медленно почему-то. Сейчас мы его отнесем куда-нибудь. Нет, смотри, назад реально быстрее ходит. На, все. Хватит мучиться там сидеть. Так, нут пошел. Сейчас подойдем, мы его тоже щелкнем. Может быть, он на этот сам на жало залезет как-нибудь. Не, нифига. Сразу быстренько так уничтожился. Ну что ж, давайте продолжим играть дальше. Звездочку, давайте еще одну звездочку, ребята, и мы откроем какой-то супер-пупер сундук. Не знаю, что там. Возможно, новый танк. Поэтому ждем. Капукино. Капукино, капучино. Мужик, чувак себя назвал капучино. Ладно, ждем. Сейчас мы его быстренько отжарим. О! Так, подлечимся. А, капучино, нужен же огонь. На, получай. Кофе же, да? Капучино. И открываем сундучок, да, смотри какой. Фиолетовый сундук. Давай, новый танк мне, новый танк. Ах, три самоцвета даже дали мне. Ну, к сожалению, нового танка мне не дали, ё-моё. Но много всяких там улучшений. Жаль. Ну что ж, ладно, поиграем еще раз. Титан. И Феникс. Кто выиграет, интересно, Титан или Феникс? Вот это вопрос. Вот это большой, ребятушки, вопрос. Кто же выиграет? Текс. Мы его просто прожариваем. Можно подлечиться, кстати. Вот, подлечились. И дальше идет прожарка. Победа! Получаем одну звездочку. Ну, давайте 2 на 2 поиграем. Берем зелень. Ух ты, два феникса у нас. Я где-нибудь вот здесь встану, наверное. Ух ты! Фига, бригада. Так, ты вообще зря сюда подъехал, дурачок. Сейчас я тебя прожарю. Мы вдвоем вас прожарим. Есть. И вот этого малыша. Он быстро стреляет. Все. Ух ты, я против этого другу своему. Получается, дал ремкомплект. Все, опять давай 2 на 2. Ух ты! Два эти самые, как его называется. Ну вы поняли. Два танка. Вот, здесь натягивает уже. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё, назад. О, моего дружбана уже отщелкали. Ладно.
Сейчас я поближе подъеду, они будут... А, вы как крысы будете там стрелять, да? Просто как крысы, да? Ну, я вас сейчас пережарю. Раз. Один и второй. Готов. Стояли там, как крысы кидались. И открываем сундучок. И у нас там жнец. Повышение жнеца. Наконец-то таки. А что, реально, что ли? Повышение жнеца. Где? Нифига, чуть-чуть осталось, чтобы жнеца повысить. А мы, наверное, возьмем жнеца красненькую. Красненькую. Ну, красивую. Такую вот. Ох, смотри, как он сливается классно в этом, на Марсе. Офигеть. Давай. Есть. Прикольно сливается. Жнец мой. Давай. Есть, уничтожили мы. Так, следующий. Слышу я, где-то летит. А где, неизвестно. Вот он. Есть, уничтожили. Сразу я возьму броню, почему бы и нет. Пусть я буду в броне. Ой, так, танк этого уничтожили. Так, вот он летит. Вдвоем они летят. Готовы. Хорошо. О, Катюша, получай. Дружище. Ну и где там эти самые, как его? О, ё-моё, повелитель. Ну давай, с повелителем буду. У меня даже защита есть. Ох ты, даже не потребовалась защита. Забираем ремкомплект. Опля. Так, и слышу я. Летят танки. Воздушные, вот они. Готов. Всё. Уничтожили. Еще летит, слышу. Так, встанем вот здесь. Приготовимся. Есть один. Так, все, больше не туда, ладно. Хорошо. Вот, еще летят. Слышу. Раз. Так, а тот что спрятался? Давайте сюда. О! Да, жнец вообще классный танк, слушай. Только вот этого я не знаю, как уничтожить. Он там встал, якобы проехать не может. На самом деле он все может. Куда это надо дать ему возможность это сделать? А, да вас тут несколько. Ну что ж мне с тобой делать-то? Друг-то, а? Так, ты мне броню про... Ах ты, вонючка, все, я тебя проеду. Нафиг. Берем следующую броню. Вот, ждем. Вот летят. Готово. Что будет, если мы прокачаем жнеца на максималку? Вот это интересно. Ты что, заехать не смог? А ну давай. Еще чуть-чуть. Ах. О, слышу. О, раз. Два. А только два было, кстати. Еще слышу. Вот. А уже три. Иноземные танки едут. О, броню пробили мне. Ребята, мне пробили броню. Угу. Во. Понимаю. Есть. Еще один. Когда там босс уже будет, ребятушки? Вот, скоро будет босс. Опа, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На, есть, готов. А вот и босс. Армада.
Ага. Подъедем сейчас поближе. Все. Есть, уничтожили. Быстренько забираем ремкомплект. И защиту ставим. А ты что творишь? По моей защите стреляешь. На тебе. Ох. Бедная моя защита. Так, ну ждем. Где они там? Раз. Два. Третий стоит. Три. Три было летающих танка. Ладненько. Вот, наземные пошли. Так, у Катюша опасная. Есть, уничтожили Катюшу. Едем дальше. О, бригада, бригада, бригада. Тихо, 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 тихо. На, на, получай. Есть. Теперь вот этих надо уничтожить. А ты чё? На. Я уже здоровья мало у меня. Ох, 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 ох. Все уничтожили. Ну так вот.